4 года назад к нам привезли 2-летнего пса Оникса. Привезли хозяева. Какова была причина, уже никто не помнит. Собака была в стрессе. Но наши волонтеры не дали ему умереть от тоски. Они ухаживали за ним, гуляли с ним, не дали забыть ему навыки обучения. А недавно нас пригласили принять участие в выставке домашних собак в городе Чехов. И Лиля взяла Оникса и еще несколько щенков. Смотрите, как это было. Сегодня пришли на выставку домашних животных в село Дубна, Чеховский район, с нашим мальчиком. Нормально себя ведет? Вообще отлично. Отлично, молодец. Это вот посетители. И вот наши дети. Ленька хочет их погладить. Что? Любопытные дети. Я хочу уже медленно и гордо, правильно. Так, расскажите, пожалуйста, о себе и своем друге. Меня зовут Светлана. Это Оникс. Ему около 6 лет. Живет в приюте «Лохматая душа». Его хозяин сдал в приют 4 года назад. Так Оникс и живет. Знает команды. Так что, если вдруг вам нужен пес, знающий команды, милости просим к нам в приют. Спасибо большое. Ну, про приют «Лохматая душа», который тут недалеко у нас находится, мы еще скажем. И там таких, наверное, много, как и в любом другом приюте. К сожалению, друзья. Работ, приуроченный к выставке «Собак, человек, собаки, друг», награждается Рябикова Арина. Асташов Андрей. Есть Асташов Андрей? Шмырина Елизавета. Березенцева Виктория. Есть Вика? Романова Мелания. Шубина София. Романова Мелания. Мелания, стой, стой, стой. Мелания, стой. Шубина София. Есть? Идет Шубина София. Награждается Ткаченко Светлана со своим питомцем Ониксом. Оникс – герой у нас, ему медаль и подарок. Душа, которая находится в деревне Великого, недалеко отсюда. В приюте содержится порядка 3000 собак, животных, и кошек тоже, и кошек у нас есть. А наши животные в основном все подобраны на улице или сданы в приют владельцами добросовестными. Также у нас очень много сейчас щенков. Вот 3 из них мы привезли сюда. Вот этих 3 щенков выкинули на остановке и нам их привезли. То есть это все щенки от домашних животных, которые недобросовестные граждане наши не стерилизуют своих собак.
позволяет таким образом плодить бездомных животных. Поэтому я очень призываю всех, пожалуйста, стерилизуйте своих животных. Не пополняйте приют. Приют содержится только на частные пожертвования. Ни администрация, ни государство нам никак не помогает. Мы ждем вас в гости, нам всегда нужен корм для щенков, нам всегда нужны волонтеры. Приезжайте к нам. Спасибо. Щенки привлекают детей. Thank you.